Друзья мои, всем здравствуйте, с вами Екатерина, вы находитесь на YouTube-канале Эсмеральда Серебро, у нас с вами вторая часть, 287-е видео, поправьте меня, если я не права, вторая часть, и у нас будет золото. Подобрала сегодня именно то, что моя душа захотела вам показать. Начнем с первого такого, скажем, комплект, не комплект, в любом случае серьги будут в лимонном золоте с аметистами. Все у нас 750-я проба, то есть 18 карат. Сережки старинные, кулон будет итальянский, различие, что здесь вроде, здесь в лимонном золоте. И я думаю, вы помните эти серьги, вы не купили их, девочки, они давно уже у нас были в салоне, вы их не приобрели. Я думаю, что сейчас они уйдут однозначно и точно, здесь у нас с вами аметисты и лимонное золото. Вот такие милые висюлечки, вы видите, да? Это уже в одном экземпляре, однозначно можно сказать эксклюзивчик. Давайте я приближу. Потому что, чтобы было ясно и понятно, что к чему и почему. Мелкие украшения показывать не так-то просто. Захотелось мне их показать. Мой лук, моя цветовая гамма навеяла. Обязательно посмотрите первую часть. У нас с вами там серебряные украшения. А в данном случае я вам хочу показать золотые. Ну и что же, и где же оно? Цена данных серег 297 евро. Девочки, почему они были дешевле раньше? Это одни и те же серьги. Потому что золото выросло в цене. Я вам когда показывала, кто... Первый встал, того и тапки. Поэтому думаем и смотрим на все хорошо, да, мои хорошие. Поэтому так, у нас осталось очень мало золота, мы его не закупаем. То, что очень мало, что закупаем, очень мало. Потому что цена соотношения качества и цена, это просто нереально. Ну и в данном случае, что я могу сказать? Смотрим на кулон. Был кулон и кольцо. Кольцо забрала одна покупательница с Италии, великолепная женщина, итальянка. У нас вот покупатели есть итальянцы, да. Вот, и... Остался кулон, цепочка стоит 280 евро, кулон 1355, 1355, его откладывали пару-тройку раз, но так он и не доходил до своей обладательницы. Здесь законченность и работа великолепная, белое золото, золото 18 карат, девочки, и цепочка, цену я вам назвала. В одном экземпляре был, есть, остается, тема Versace, да? Вы все видите, как все это выглядит. Следующее, то, что я хочу вам показать, это будет сердце. Мое сердце всегда с вами, и мне нравится здесь цветовая гамма, здесь топаз, цепочка 305 евро, цепочка 297 евро, кулон 305 евро. Кулон 305 евро, вот такой здесь топаз великолепного голубого цвета. Сейчас я надену цены на себя, цены я назвала, вы смотрите и любуетесь. Сегодня мне все это подходит неимоверно, потому что неимоверно и имоверно. Секундочку. Девочки, ну что же это? Что-то я не то. Давайте я оставлю вот так, потому что начинаю торопиться. Вот так у вас будет на шейке. Белое золото, друзья. Очень красиво с вот этими серебряными серьгами, которые я вам показывала в первой части. Обратите внимание, кто захочет. Цепочка может быть золотая, с золотым кулоном, а сережки могут быть серебряные, потому что все наше серебро, оно вроде в том числе. Очень красивая. Камушек не завальцован. Все в одном экземпляре, то, что я вам показываю. Сегодня без бриллиантов мы с вами. Но эти украшения тоже великолепные, прекрасные. Следующая рука Фатимы. То, что сейчас нужно многим, да, девочкам, просится, хочется. 145 евро стоит цепочка, 225 евро стоит кулон, рука Фатимы здесь на перламутре. Цены я вам называю, вы все видите, все знаете, все это золото, 750-я проба. Здесь уже цепочечка поменьше чуточку, чем в прошлом. Вот такой длины она будет, вот так. Видите, да? Вот так, девочки. Такая лапочка, нежность и красота, кто носит золотые украшения, кому просится и хочется такой кулончик, то пожалуйста. Он может быть ваш, шикарный, на мой взгляд. И следующее, друзья мои, и для католиков, и для православных. Здесь работа по эмали великолепная, цепь уже такая более мощная. Цепочку можно поменять. 245 евро стоит цепочка и 399 евро стоит кулон. 399 евро кулон, если у вас есть ваша цепочка, то можно не приобретать. Но это прям весит хорошо. 245 евро она такая плотненькая, мощненькая. Помощнее, чем предыдущие, я имею в виду.
Вот такой кулончик Дева Мария. Вы видите, да? Сейчас я надену. Я специально сделала такую подборку. Я говорю: Флора, достань мне еще. Я хотела шестиконечную звезду достать. Рука Фатимы была и для католиков, и для православных, и для мусульман, и для Израиля, да, для израильтян. Хотела шестиконечная звезда. Вот надо сейчас будет... Сейчас я уточню у Флоры. Но сейчас с вами рассматриваем то, что рассматриваем. Угу. Так что, девочки, вот таким вот образом. И следующая тоже очень хорошая история. И защита, и все вместе. Кулон 585 евро. Цепочка 525 евро. Мощная. Вы видите? Иисус Христос. Вот такой замочек здесь. Вы ничего не перепутайте. Мы не будем менять цепочки у кулонов. Вот как есть, оставим, чтобы нам... Да у нас не так-то много цепочек. 525 цепочка, девочки. Вот такая плотная, вот такое плетение. Здесь уже этикеточка есть, поэтому она никуда не денется. Она железно приколота. Здесь бархат. Можно положить фотографию ваших любимых. Вашего сына, дочки. Кого вы хотите? Вашего любимого. Тех, кого вы хотите, чтобы была защита, да? Была защита и еще раз защита. Так, моя флорита закурилась. Сейчас я ее... Прошу достать шестиконечную звезду. Все-таки я хочу для девчонок с Израиля достать защиту. Девочки, два не надо, понятно. Ну, кто-то и так носит. Вот я прям знаю и видела, что много прошу прощения, и иконочек, да, и крестик, и одно, другое, много чего носят. Смотрите, какая красота. Девочки, если можно сказать на эти украшения, я сейчас говорю за золото, за работу, а вообще это, конечно, религиозная тематика. Флорита, por favor, sácame la estrella 6, picos, para Israel. Porque está en escaparate allí, yo creo. ¿Dónde están las llaves? Las llaves, aquí no hay. Девочки, пока Флора мне сейчас возьмет, достанет шестиконечную звезду, да, я хочу показать. За 125 евро вот такой веер. Все равно хочется красоты, особенно в такие минуты. Цена веера 125 в такое время, да, непростое время, мягко сказано, непростое, сейчас не буду я углубляться. 125 евро, что мне в нем нравится, что здесь есть цветочек вот так, сбоку. Я считаю, что это прям изюм, изюмистый, видите, да? Я не знаю, где мне больше нравится, мне с обратной стороны он нравится больше, чем с вот этой. Много и немало. Вы покупаете один веер, а по сути у вас два. Это натуральное дерево, испанская роспись, испанских мастеров для вас. Шикарная история, на мой взгляд. Так вот, что я хочу сказать. Я решила для всех, потому что когда наконец-то люди поймут, что Бог один и единый, никто не лучше, никто не верный, не верный, не правый, не правый, никто, все равны в этом мире, и Бог один, Он нас любит всех одинаково. Вот когда мы это все поймем, наверное, все лучше будет в мире, да? Но тем не менее, хоть существует множество конфессий, множество религий, множество взглядов, множество всего, то я этому даже рада. Окей, лишь бы все в мире существовали. Вот это, конечно, мечта. Мечта, мечта. Секунду. Еще если говорить за мои мечты, девочки, серьезно сейчас, да, буду, а вы смотрите и выбираете эти кулоны, потому что это защита. И я вас уверяю, что когда вам придут эти украшения, вы будете не просто защищены и довольны, да, украшением, но это будет память еще о моей доброй, теплой энергии, которую я вам дарю. Не дарю, девочки, хочу отдать, поделиться, да, и я в любом случае делаю, что я люблю, да. И буду делать, да, буду продолжать это дело делать, потому что не мысль о наживе, да, как это говорит, мысль о наживе убивает все произведение искусства, которое художником создано. Девочки, просто делаю, что люблю, получается, что получается. Еще хочу сказать, к чему веду, да,
Я начала про религии, про то, что если бы все поняли, что одно... Да, вот все конфессии, это замечательно, это все очень интересно. Но главное, чтобы все уживались. А про мечты. Просто, представляете, хотел сказать, скажите мне, что я говорила. Грасса из Флорида. 120 евро. Она один у нас, девочки. Сейчас я надену на кулончик. 120, девочки. Шестиконечная звезда. Моя мечта, чтобы не было бездомных животных, у всех были папы, мамы, у всех кошечек, собачек, чтобы изначально люди относились ответственно и понимали, что им также нужна любовь, забота, клиники и все прочее. По деткам здесь все понятно. Детки в любом случае должны иметь папу и маму, и это не обсуждается. А к животным иногда бывает такое отношение, что типа того, они такие же деточки. Они такие же деточки. Поэтому я бы хотела... Вот это одна из моих мечт. Когда я вижу какого-то бездомного животного, благо здесь мало их. И от этого я счастлива и живу спокойно. А если жить в месте, где их много, для меня это очень тяжело. Смотрите, сейчас я надену, возможно, можно цепочку даже потоньше. Ну, я сейчас не буду о глобальном, про то, чтобы на Земле был мир, хотя буду. Это тоже мечта, само собой. Первое и главное вообще-то. А пока, девочки, любуемся, наряжаемся и защищаем себя и такими кулонами тоже. Кто может, у кого сейчас... Я думаю, что вот эта звезда, 120, я да, сказала, это нужно... Девочки, видите, я как надеваюсь? Можно покороче, около шейки будет замечательно. Один у нас кулочек остался. Кто захочет, девчонок из Израиля заберете, мои хорошие. 120 евро. Вот, для всех показала. У меня, я со всеми, я человек мира. Я человек мира. Голубь, это же птица мира. Анекдот сейчас это вспомнила. У меня и мусульманки, подружки, у меня из Израиля подружки, у меня русские, украинки, Азербайджан. Мы по духу, я если чувствую человек, мы на одной волне. Все, мы на одной волне. Девочки, друзья мои, я буду закругляться, мои хорошие, не буду в философстве, да, но я думаю, вам интересно будет посмотреть, да, такие видео. В любом случае, все мои украшения, теплая моя энергетика, важно еще, от кого вы покупаете, кто бы что ни говорил, важно. Меня просят масса моих украшений, да, это становится любимыми украшениями моих девчонок, из моей личной коллекции в том числе. Всем желаю море счастья, море красоты. Жду вас в комментариях, закреплю мои контактные данные, WhatsApp, Viber вы мне сможете написать. И я, соответственно, с удовольствием с вами пообщаюсь на тему красоты. Вы мне присылайте, как всегда, скриншоты. Катюша, хочу это украшение. Я подтверждаю наличие. Если есть наличие, отправляю данные об оплате. Делается оплата. В Россию ведутся продажи, девочки. На Сбербанк вы оплачиваете по России. Также я сказала в видео в прошлом, что мы можем также помочь девочкам, которые живут в Европе, сделать платежи вашим родственникам в Россию. Вы нам присылаете на салон в евро, допустим, 500 евро присылаете, а мы вам в России со Сбербанка на Сбербанк в эквиваленте к рублю высылаем денежки вашим родственникам, подругам, друзьям и так далее. Ну что, мои хорошие, значит, снова море счастья, море красоты. Жду вас в комментариях и, конечно же, покупайте украшения. Жду вас в WhatsApp, Viber. Целую, обнимаю. С вами была Екатерина. Мы с вами увидимся в следующую пятницу.